Натурбан в переводе с немецкого – естественная трасса, дисциплина санного спорта. Это спуск на скорость на санях по естественной трассе. Во многих европейских странах этот вид спорта очень популярен. В России о нем знают немногие, однако именно наша сборная – мировой лидер этой дисциплины. Оттого с каждым годом любителей натурбана в России становится все больше. Это, конечно, скорость и то, как ты взаимодействуешь с санями, именно, можно так сказать, свобода в управлении. Потому что трасса дает очень много возможностей для маневра. Ну и его доступность по сравнению, например, с санным спортом на искусственных трассах. В Сочи у членов национальной сборной по натурбану сложный график. Каждый день усиленные тренировки. На базе Югспорт они готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Австрии в середине января. Покататься в Сочи на санях летом они не смогут, однако олимпийские объекты оценить атлеты успели. Возможно, уже скоро натурбан станет полноправным олимпийским видом спорта. Работают серьезно в федерации. И в международной, и в нашей федерации очень сильно работает в этом направлении. Мы все-таки надеемся, что нас включат, потому что вид интересный, стран много. В общем-то, я надеюсь, что это будет. Тем более, все время как бы тренируешься и мечтаешь об этом. То, что не хватает только титула олимпийского. Тренировками в Сочи подготовка российской сборной не окончится. До января спортсмены должны еще отработать технику катания на санях. Игорь Кырпа, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.